Друзья, всем большой привет! Сегодня мы с вами находимся в гипермаркете магазина «Светофор». Это магазин «Маяк», который находится по адресу город Ульяновск, проспект Созидателей, 116. Посмотрим с вами посуду в этом магазине. В продаже появилась очень красивая новая коллекция посуды, изготовленная из фарфора. Торговая марка «Коралл». Салатник называется «Зара», 580 мл, диаметр 15 см. Производитель Китай, цена 179. Также из этой коллекции есть тарелочка десертная, тоже очень симпатичная. Выглядит она небольшая, диаметр тарелки 16,5 сантиметров, составит также керамика, стоимость ее 139 рублей. И есть тарелочка чуть больше по размеру, диаметр этой тарелки 21,8 сантиметра, в составе тоже керамика, производитель Китай. Очень симпатичная серия, стоимость 280 рублей. Чайник со свистком от торговой марки Ирит. Он объемом 2,5 литра, изготовлен из нержавеющей стали, и он с покрытием. Цена 487. Также есть в наличии эмалированные чайники. Посмотрите, какой здесь ассортимент. Чайники с декором. Очень красивые, объем 3,5 литра, изготовитель Россия. Цена 725 рублей. Еще одна новинка, привезли заварочные чайники из закаленного стекла. Ручка здесь изготовлена из полипропилена, и внутри находится фильтр из нержавеющей стали. Торговая марка Ирит. Объем 1,5 литра, цена 240. От торговой марки Пашабахче в наличии есть стеклянные вот такие вазочки для конфет и печенья. Ваза с крышкой, объем 500 мл, упакованы в красивую коробочку, цена 135 рублей. А это стеклянный салатник от торговой марки Пашабахче, тоже с декором, называется Пастораль. Диаметр 27 см, изготовитель Нижегородской области, город Бор, цена 207,90. Вы только посмотрите, какая красота. Этот салатник называется Артур, объем 1700 мл, диаметр 22,5 см, изготовитель Иран. Запакован тоже в коробочку, продается в коробке, цена 211,90. А еще в продаже есть вот такие классные креманки на ножке. Они изготовлены из фарфора с декором. Объем 90 мл, диаметр 11 см. Стоимость 338 рублей. Друзья, в магазине появилась новинка. Кстати, очень классная новинка. Это жаровня алюминиевая с антипригарным покрытием и с крышкой в комплекте. Диаметр 26 см. Называется «Перчик». Изготовитель город Владимир, Россия. Классные жаровни с ручками, цена 1250 рублей. В продаже есть разъемные формы для выпечки, они с антипригарным покрытием, диаметр 26 см, высота борта 6,5 см, цена 239. А это сковорода блинная с деревянной ручкой, она чугунная, очень тяжелая, торговая марка Бризоль, производство Украины, диаметр 22 см, цена 537 рублей. Эмалированные кастрюли с декором в продаже имеются, 9 литров объем, цена 800 рублей, производитель Россия. Следующая новинка, привезли силиконовые формы для кекса, диаметр 21 см, цена 185. И есть еще просто круглые вот такие формы, диаметром 22,5 см, тоже силикон, цена 175 рублей. Привезли электрические термопоты от торговой марки Ирит. Объем 3 литра, мощность 750 Вт. Здесь имеется функция поддержания температуры. Внутренняя емкость изготовлена из нержавеющей стали. Имеется световой индикатор работы. Цена 1668 рублей. Кружка для чая называется «Сказка». Изготовлена из натрия кальция силикатного стекла. Объем 360 мл. Изготовитель город Гусь Хрустальный. Здесь их очень много, цена 53 рубля. А еще в продаже есть вот такие красивые стаканы. Стакан высокий, изготовлен из стекла, 390 мл объем, изготовитель Бармиоли Рокко, Италия. Продаются они поштучно, цена 62 рубля. Друзья, продолжаем с вами смотреть в магазине «Маяк» посуду. Смотрите, какие классные кружечки есть из керамики. Это, кстати, новинка. Они здесь в ассортименте по расцветке. Объем этой кружки 360 мл, в составе керамика, цена 67 рублей. А еще есть дулевский фарфор, кружечки объемом 350 мл. Здесь тоже они в ассортименте по декору. Производитель Россия, цена 89,90. Кружка из керамики, называется «Фантазия», объем 360 мл, производитель Китай. На выбор есть три варианта по дизайну, все они полосатые, цена 88 рублей.
И еще есть кружечки из керамики с декором цветы. Тоже они здесь в ассортименте по цвету. 360 мл, цена 69. В большом количестве привезли стеклянные кружки пивные. Объем здесь 500 мл. Изготовитель Гусь Хрустальный. Цена 68. Очень красивые высокие стаканы есть в продаже. Продаются они набором по 6 штук объемом 230 мл. Изготовитель Россия. Цена 218. А это бокалы для шампанского из упрочненного цветного стекла. На выбор есть два варианта по цвету. Объем 150 мл. Цена 127 рублей за штуку. Есть наборы бокалов Аполло. В наборе 3 бокала объемом 350 мл. В составе цветное упрочненное стекло. Производитель Китай. Цена 465. Миска из керамики, диаметр 23 сантиметра, очень красивая. Есть еще желтый вариант, производитель Китай, цена 317. Духовка электрическая от торговой марки Люме. Мощность 1600 Вт, объем камер здесь 30 литров. В комплекте решетка, жаропрочный поддон и противень. Изготовитель Китай. Стоимость такой духовки 4095 рублей. А это прибор для приготовления хот-догов от торговой марки Ирит. Мощность 750 Вт. Внутри антипригарное покрытие, всего 6 форм. Снаружи ненагревающая поверхность, нескользящее основание и компактное хранение. Имеется коробка упаковочная. Цена 1075 рублей. Плита индукционная, однокомфорочная, с кнопочным управлением. Здесь 5 режимов работы, мощность 1600 Вт, изготовитель Китай, цена 1588 рублей. А это чайник электрический от торговой марки Ирит. Мощность его 1500 Вт, объем 1,8 литра. Имеется подсветка, мерная шкала, производитель Китай, цена 780 рублей. А еще в продаже есть вот такие питьевые наборы. Здесь в наборе кувшин объемом 1,9 литра с крышкой и с ручкой. И внутри находится 3 стаканчика объемом 350 мл. В составе полипропилен, цена 194. Из этой же коллекции есть еще набор банок для сыпучих продуктов. В наборе здесь 2 баночки объемом 1,1 литра. Цена 160 рублей. Есть еще один набор банок для сыпучих продуктов. Здесь уже 3 баночки. Одна банка объемом 1,6 литра и 2 баночки по 750 мл. Цена 255 рублей. Полотенца махровые, 100% хлопка, Нефертити. На выбор есть 2 дизайна. Жасмин и Джульетта. Размер 70x130. Цена 403 рубля. А есть еще вот такие полотенца махровые, они чуть тоньше, тоже из 100% хлопка в ассортименте по расцветке. Размер 70x130, цена 392 рубля. А эти полотенца размером 50x80, это тоже коллекция Нефертити, 100% хлопка, производителя России. Очень красивое полотенце, цена 147 рублей. А еще покажу вам покрывало Ультрастеп, серия Ярмарка снов. Покрывало стеганое, двухстороннее. Двухспальная размером 175 на 210 сантиметров. Материал верха полиэстер, наполнитель синтепон. Изготовитель Россия, город Екатеринбург. Здесь они в ассортименте по расцветке, стоимость 607 рублей. На сегодня это все. Если вам понравился обзор, пожалуйста, оцените его лайком и обязательно подписывайтесь на канал. Всем хорошего дня и отличного настроения. Пока-пока.